поселке Ильинское-Усово, так же, как и во всем округе, приступили к комплексному благоустройству дворовых территорий. Первая строительная площадка открылась на улице Новый поселок, около домов 11А и 11Б. По плану будут сделаны парковочные места, детская площадка, оборудованная малыми архитектурными формами, газоны, бордюры, ограждения. В общем, ну, все, что входит в генеральный план. Все зеленые насаждения будут по максимуму сохранены, потому что это и просьба жителей, да, но это и задача сохранить как можно больше зеленых насаждений, чтобы они не пострадали. Вот. Ну а все незаконные постройки, если такие будут находиться на территории, они будут, соответственно, демонтированы. О том, как своевременно будет реализовываться проект благоустройства на этой территории, видно с первого взгляда. Отсутствие ограждений, хаотично расположенные во дворе дома автомобили и полное отсутствие детской площадки. Конечно, детям нужны площадки, чтобы дети где-то все-таки проводили время. Они где-то там по гаражам лазили, по этим, по крышам. Они бегают, эти гаражи все разваливаются, а дети бегают. Это, кстати, очень даже опасно, сами понимаете. Так что лучше пусть, конечно, будут места там, где действительно было где проводить время. Все работы подрядная организация планирует закончить к концу июня. А всего в Ильинском-Усово преобразятся 11 дворов.